готика. Нет никакого другого подхода. Та цитата, которую сказали классики, она очень простая. Она заключается в том, что когда люди боятся власти, это авторитаризм. Когда власть боится людей, это свобода. Заставьте себя бояться, в хорошем смысле слова, как работник боится работодателя. И тогда все у нас получится, все у вас получится, пока не подросли наши дети. А вам сейчас бороться и стараться. Потом мы их воспитаем, и, собственно, в России будет нормальная абсолютно страна, потому что есть нормальные страны, есть страны с особенностями. Нам хватит уже быть страной с особенностями, нам хватит стоять на месте и топтаться. Нам пора вперед. Спасибо.